Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть в Террарию. В прошлой серии мы насобирали немножко руды, сейчас посмотрим сколько. И сделаем себе доспех, если у нас, конечно, хватит нашей руды, потому что у нас ее не так уж и много, наверное. Так, где же она у нас здесь? О, сундучок, стой! Блин. Так, отлично, я сделал еще один запасной сундук. Так, и его негде поставить. Ладно, чтобы такого выбросить? Я думаю, можно выбросить песок. Ну или, что это у нас? А, грязь, ладно, выбросим грязь. Так, пошли дальше. О, мы можем даже кожу делать. Ну, у нас не хватает места, потому не будем пока ничего такого делать. О, отлично, 14 меди и 13 железа. И 7 этого. Так, куда же это? Это мы поставим. Я что-то не вижу. Наверное, у нас в сундуке. А, вот, да. Тут также золото у нас. Давненько я не был в магазине. Так, чувак, что у тебя есть? Пиггибанк. Это типа туда деньги складывать. Ну, ладно, вот. За один золото можем продать ему. Вот, получай. Потому что мне это не нужно. У меня уже 6 золота. Так, отлично. Так, давайте. Можно я у тебя дома поставлю сундучок, который я буду складывать то, что... О, даже вот эту... Это копье, я думаю, оно мне тоже... Оно даже дешевое такое. Оно мне не нужно. Думаю, не нужно оно мне. Нет, это я продавать не буду. Ну, пока здесь вроде нечего продавать такого. Так. Сундук мы сейчас только посмотрим, сможем ли сделать какую-нибудь броню себе. Так, я хотел сделать кирку получше, но пока мы не будем тратить на нее. Так, снова шлем. Блин, сколько же там нужно этого? Руды, чтобы сделать что-то еще. О, железная кирка, стой. Ладно. Да блин. Так, хватит. 12 железа. О боже, чем она лучше нашей? Всего на 5% сильнее, но она быстрее. Ладно, не пожалеем золота. И отлично. Я не знаю, старую можем продать. Давайте отнесем ее этому. Шоп. Так. Лови. Если что, куплю назад. Если оно останется, конечно, у него. Думаю, должно остаться. Так. Сюда кинем все слитки, которые у нас есть, которые нам нужны. Вот это пока Так, надо запереть за собой дверь, а то еще какой-то зомби придет и убьет нашего торговца. А нам этого не нужно. Так, нам нужно сделать очень много платформ. О, прилетел глаз. Как раз вовремя мне надо выбить еще линзы. Давай, наделаем этого. Отлично. Так, иди сюда. А, ты в ловушке. Ах ты. Все, у нас есть 6 линз. Можно даже сбегать и сделать это.
приманку. Вроде там нужны 6 линз, и я не помню. Не помню, что еще нужно. Ладно, давайте сбегаем и посмотрим. Ну же. Долбаные двери. Ой. Ой-ой-ой. Сломал случайно. Так. Стоп. Что это я сделал? Я не хотел это делать. Блин. Ладно. Удалим. Не знаю, что это такое. Так, уходим. Эй! Блин, он отстанет от нас? Или будет преследовать, пока не умрет? Так, спускаемся. Так, неплохо бы попробовать нашу кирку в действии, что ли. Ай-яй-яй. Что-то я переборщил с прыжком. Так. Так-так-так, надо вспоминать, куда нужно идти в нашей шахте. А то она у нас большая. Так. Я вроде помню, что сюда шел, там где... О! Блин, прямо на меня прыгнул. Да блин. Ладно, я не хочу с вами драться, я ищу... Это... Как он же называется? Алтарь как-то, что-то типа этого. Так. И он должен уже где-то здесь быть. То есть они, потому что их там два. А вот, вот и они. Так, отлично. Давайте скрафтим. Вот, да, вот этот глаз. С помощью него мы сможем вызвать... нашего босса. Надо быть осторожным, чтобы случайно его не вызвать. Так, блин, а здесь что-то я не продумал, как я буду подниматься. Вот так. Все, все нормально. А, посмотрите, какой умный зомби за мной побежал. Ой, отлично. Ну мы быстрее, шустрее. А, вот здесь под водой у нас еще две. Эти бы, ну мы уже убили. Убили. Да, мертвые, неживые существа. Убили, ладно. Что-то я не то сказал. Так, все, давай. Уходим от слизней. Отстаньте от меня. У меня нет времени на вас, потому что мне еще нужно построить небольшое поле для битвы. Так. Ладно, я выбрался на поверхность, и здесь уже посветлело. Это отлично, как раз вовремя, потому что мы идем строить. Для этого нам нужно сделать еще немножко платформ. Ну, не знаю, пока, думаю, достаточно. Так, выберем их и пошли. Я не знаю, надо строить как-то не очень далеко от дома, если нас убьют, да? Что это? А, это птица. Окей. Давайте здесь. Прям здесь начнем строить. А, нам что ли дерево мешает? Ладно, срубим это эти деревья все. Зачем они здесь? Так... Ну и это срубим. Те можно, думаю, уже оставить. Все, отлично. Так, пошли строить дальше. Блин, наверное, уже это мешает. Надо срубить эти еще три дерева. И все норм. Так, слизень. О, посмотрите, как он улетел. Красиво. Красиво улетел. Ну, сам виноват. Сам прыгнул на мой топор. Так, блин, надо его убить, а то будет здесь бегать, мешать. Все. Уже не будет. Так... Я не знаю, я отсюда не упаду. Так, здесь надо поставить, где мои блоки. Что это такое? Попытаемся здесь его поставить. Ну, пусть стоит здесь.
Даже не знаю, что это. Пусть стоит. Так. О. Отлично. Здесь на этом мы будем ставить факелы. Так. Все-таки будем сражаться вечером, потому нам нужно... Блин, надо расставить как-то все нормально, потому что... Где мои деревья? Вот они. Так, и... Ладно, вот так. Делаем второй этаж, как бы. Ага, сюда допрыгнем. Я думаю, сделаем три уровня, что ли. Больше и не надо. Или надо, не знаю. Сделаем три, а потом я его вызову и посмотрим, что это за босс, на что он способен. У него вроде 2800 жизней, это немало. Так что придется нам нелегко. Нет, здесь не надо это. Не надо здесь это строить. Я думаю, так, это топором не... Нельзя разрушить. Вот так. Поставим еще здесь факел. Здесь. И здесь. Интересно, он сможет разрушать это мое строение? Если сможет... Ну что ж, я думаю, этого нам хватит. Не знаю. Ну, в общем, увидим, когда вызовем. Я с ним никогда не дрался. Так. Ну что ж, поле для битвы у нас готово. Ну, у нас брони нету. Это большой минус. Поэтому... Так, ты мой сундук. Ничего, не кради с моего сундука. Блин, дедушка, отойди. Отлично. Это поставим сюда. Что у нас еще здесь такого? Вроде ничего нету, да? Чтобы делать стрелу, нам нужна древесина и stone block. Ладно, у нас это есть. Сделаем еще себе стрел побольше. Делаем стрел. Так, сколько у нас там стрел? Ладно, 250, 100, 200. Так, теперь надо наделать огненных стрел. Так, 250, ладно. Там еще. Ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим следующее. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!